кусков получилось много скабиозы, поэтому хочу попробовать сделать эксперимент и именно черенками ее посадить. Вот череночки выломала, без корней, без ничего. Просто 4 черенка засунула в землю и посмотрим, что будет дальше. Посадила череночки в одном ряду с гипсофилкой махровой. Вот, полила обильно. И теперь вот так вот накрываю срезанным пластиковым бачком. О, все, пусть отдыхает.